Хороший урожай можно получить только путем тщательного ухода и следования правилам выращивания огородных культур. Большими помощниками в этом деле выступают органические и минеральные подкормки. Однако многие дачники предпочитают использовать народные рецепты вместо промышленных удобрений. Сегодня мы хотим рассказать о способе приготовления эффективного средства на основе яичной скорлупы. Оболочки яйца – это не просто ненужный мусор. На самом деле они являются ценным источником полезных для растений веществ. В скорлупе содержатся кальций, сера, магний, фосфор, натрий, железо, цинк, хром, фтор, марганец, йод, медь и калий. Благодаря данным элементам она способствует росту и укреплению корневой системы, снижает кислотность почвы, улучшает ее аэрацию, помогает усвоению питательных веществ растительными клетками, повышает урожайность, защищает от множества вредителей, таких как медведки и слизни. Применение яичной скорлупы на огороде не оказывает каких-либо негативных последствий на растения и окружающую среду. Для приготовления подкормки скорлупки от сырых яиц тщательно промываем теплой водой и заполняем литровую банку. Заливаем водой температурой около 30 градусов, плотно закрываем крышкой и оставляем настаиваться в течение 5 дней. При этом каждый день банку необходимо взбалтывать. По истечении указанного времени раствор процеживаем и разводим чистой водой в пропорции 1 к 5. Готовым составом поливаем рассаду под корень. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.